Какие виды спорта официально вновь включены в программу Олимпийских летних игр с 2016 года? Слушаю. Нет. Так, значит, виды спорта не наши, не российские, сразу же говорю. Нет. Нет. Так, бегу. Кто ответил? Регби, правильно. Подходи сюда, пожалуйста. И еще. Два вида у нас. Регби и... Такие виды спорта, которые, наверное, изначально на Олимпиаде есть. Нет. Давным-давно уже. Баскетбол тем более. Видите, все сейчас. Так, как бы подсказку вам дать? Гольф, правильно, аплодисменты. Верно, запоминаем. С 2016 года на летних Олимпийских играх будут вновь включены в программу регби и гольф. Запоминайте. Ну а сейчас такой веселый, самый классный. Вот первая рука вот здесь, вот я иду. 94-й год, молодец, сиди сюда. Он первый поднял руку, я видела. Ну где у нас аплодисменты? Поддерживаем? Следующий вопрос. Кто был инициатором возрождения Олимпийских игр в современное время? Кто был инициатором возрождения Олимпийских игр?